Пока идут исследования, их смысл часто ускользает от непосвященного. Но видите, дело проясняется. Автомобиль, мачта – это радиостанция. Не будешь же строить в экспедиции временную башню из стали или бетона. Что ж, пожалуйста. Выходит на связь. Высокая антенна в тайге, в горах, порой очень нужна. Эту пневматическую антенну конструировали доктор технических наук Айзенберг и инженер Урядко.